Добрый вечер. В ближайшие пару дней в Латвии ожидается прохладная погода. Потеплеет лишь во второй половине недели. Во вторник ожидается переменная облачность. В ночные часы по всей стране ожидаются сильные дожди. Днем облачность немного рассеется, однако во всех регионах возможны кратковременные осадки. Завтра будет дуть порывистый северо-западный ветер. Его скорость составит от 4,6 до 10-13 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на 21 августа составит от плюс 14 до плюс 18. Днем потеплеет максимально до плюс 21. В центральных и западных частях страны не более плюс 19. В Риге предстоящей ночью ждем до плюс 18 градусов. Днем температура останется примерно прежней. Уже утром здесь усилится ветер и порывами достигнет 12 метров в секунду. Весь день будет переменная облачность. Митинский тип погоды второй благоприятный. На этом у меня все. Приятного вечера и до свидания.